Этот набор чая я купила перед Новым годом, собственно, себе в подарок. Есть тут несколько вариантов черного чая и зеленого в пакетиках. Произведен в России под руководством фирмы «Оригинал», которая немецкая будет. Их по 4 каждого сорта. Черные я все пробовала, они мне очень понравились. Вполне крепкий, красивый напиток и оригинальный. Зеленый не мой вариант, так что я их отдам брату на оценку. Упаковка есть двойная, с полным описанием сортов на нескольких языках. Обе из картона, есть индивидуальные, где указано, как продукт заваривать. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры, подписывайтесь на канал. Собственно, это все, что я хотела сказать вам про мой вариант напитка. Надеюсь, вам он понравится. Цена его относительно невысокая. Могу рекомендовать, так же, как и мой канал, на котором можете поставить лайк или дизлайк. Спасибо за внимание. Этот набор чая я купила перед Новым годом, собственно, себе в подарок. Есть тут несколько вариантов черного чая и зеленого в пакетиках.